Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Привет, народ! Или по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу легкий соло глич на деньги. Ну что ж, погнали! Итак, чтобы сделать этот глич, нам понадобится казино, да и в принципе все, если это базовый уровень. Но можно также зарабатывать глича еще больше. Для этого нам нужно иметь доступ в VIP-зону. Насколько я знаю, для этого нужен пентхаус. Для начала глича нам нужно прибыть в само казино и купить фишек на любую сумму, которую вы можете себе позволить, но желательно 50 тысяч. Далее идем в VIP-зону или обычный зал. Их отличие в том, что в VIP можно ставить максимальную сумму 50 тысяч, а в обычном 5 тысяч. Поэтому, если у вас нет пентхауса, процесс будет подольше. Теперь нам нужно сесть за стол с рулеткой и ставить любую сумму, либо на красное, либо на черное. Не максимально мы ставим, потому что есть шанс проигрыша, а нам нужна первая победа, чтобы сделать глич. Как только мы выигрываем, выходим из-за стола и меняем свой костюм или аксессуар. Это нужно, чтобы ваш выигрыш сохранился. Когда он сохранился, можно узнать по оранжевой загрузке в правом нижнем углу. После сохранения, обратно садимся за стол и ставим на любой цвет. Если вы видите, что выпадает не ваш цвет, сразу же вырубаем интернет. После снова заходим в игру, и как вы можете заметить, баланс остался тот же. Таким образом, вы очень быстро нафармите денег. Ну а на этом все. Если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.